Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я представляю салон «Мир дверей и паркета», находящийся в торговом комплексе «Марштадт». Дверь – это, по сути, обычный кусок дерева. Петли, ручка, замок. Однако многие защитные обряды древних людей были связаны именно с дверьми. Тыква, подвешенная над дверью, отпугнет привидения. Круг, нарисованный на двери, защитит от злых духов. Колокольчик или чеснок, подвешенный на ручке, не позволит людям, затаившим зло, войти в ваш дом. Подковка над дверью принесет удачу и благополучие. Двери открывают и закрывают. У двери подслушивают. За дверь вас могут выставить. За дверью прячут слезы или улыбку. Дверь – это граница между вашим внутренним «я» и внешним миром. Сегодня существует много причин, которые могут определить тип покупки новой двери. Кто-то желает создать более рациональное разделение пространства дома, кто-то более чувствителен к проблеме стиля и ищет особый дизайн. Хотя есть такие, кто просто хочет заменить старые двери. Но вне зависимости от стиля жизни, основным требованием к двери было и остается гарантированное качество и постоянство характеристик во времени. Поэтому сегодня вашему вниманию я хочу предложить двери итальянских производителей. В коллекциях итальянских дверей широкие возможности по выбору конструкции, стиля и цвета. В одном цвете может быть как классическая модель, так и современная. По конструкции дверь может быть распашной или раздвижной. Двери серии «Аврора» изготовлены под торговой маркой «Тревиза Порта» на современном оборудовании стоимостью до 20 тысяч рублей. В отделке этих дверей используется синтетический шпон «Ламинатин» очень высокого качества, полностью имитирующий цвет и структуру дерева, многократно превышающий натуральный шпон по таким показателям, как стойкость к износу, сопротивляемость к влаге. Пожалуй, самые популярные среди отделанных синтетическими материалами являются двери венги и выбеленный дуб. Первые позволяют насладиться их насыщенным темным оттенком с потрясающе интересной текстурой. В последнее время пользуются спросом крашеные двери в ценовой категории от 30 тысяч рублей. Классические модели могут быть любого цвета, с красивым фигурным наличником, с капителями, со стеклом и глухие. Как филенчатые двери в стиле старой Италии фабрики Триэлли, которые не оставят равнодушными многих, кто любит нестареющую классику. Отличное качество, двухцветная покраска в старинном венецианском стиле, возможность подчеркнуть богатство при помощи цоколей и капителей, цвет слоновой кости с ручным патинированием – это эффектное подчеркивание респектабельности. Следующая ценовая категория – двери от 80 тысяч рублей. Подразумевает двери с конструктивными особенностями. Например, сопряжение разных материалов в плоскости полотна у итальянской фабрики SGB. Или вставка из плексигласа и цельный короб на толщину стены у фабрики «Импронта». Есть даже двери, в декоре которых используется песок. Например, двери итальянской фабрики «Бертолотто». Для самых взыскательных и требовательных покупателей мы предлагаем шедевры дверного искусства фабрики «Флекс» и «Нью Дизайн Порта». Максимум ручной отделки, художественная роспись, сочетание новейших технологий с древнейшими традициями столярного производства, которые не могут стоить дешево. Это самые дорогие двери нашей выставки. Как существенное дополнение для полноты отделки интерьера мы предлагаем различные материалы для пола из ценных и не очень пород дерева. В заключение хочу сказать, что мы подбираем вам не столько двери и паркет, сколько наш опыт и знания, подбирая оптимальное соотношение между вашим выбором, ценой и качеством. Чтобы вы остались на долгие годы довольны нашим выбором, не затрачивая при этом непосильно большие средства. Приходите к нам в салон «Мир дверей и паркета», находящийся в торговом комплексе «Марштадт».